В этих книгах главенствуют силы природы и люди, которые бросают вызов стихии. Смелость, стойкость и смекалка – верные спутники героев. Найти себя и испытать на прочность, выжить в сложных обстоятельствах или добраться до заветной цели. Зачастую без пищи, воды, теплой одежды и в полном одиночестве. Книги про выживание. Как продержаться 2,5 суток в штормовом океане и под палящим солнцем? Не погибнуть от акул и добраться до берега? Ради жизни и свободы? Духовный путь героя был тесно связан с его физическим совершенствованием. Осмысление и действие – так можно было бы выразить жизненный девиз автора. Слава Курилов родился в 1936 году, окончил Ленинградский метеорологический институт по специальности океанография. В СССР был объявлен невыездным, но не смирился с таким решением властей. В декабре 1974 года, когда туристический лайнер «Советский Союз» проходил вблизи Филиппин, ночью, когда по его расчетам расстояние до берега было минимальное, он бежал с теплохода. Без питья и еды, без морского снаряжения, лишь с маской, ластами и трубкой он проплыл до филиппинского берега около 100 километров. Провел в океане почти 3 суток и написал об этом книгу «Путь», которая увидела свет лишь после его смерти. Впоследствии он стал гражданином Канады, а последние годы жил в Израиле. Погиб при проведении водолазных работ на Галилейском море. Красочное описание океана, ощущение человека, плывущего ночью и видящего ночное небо, звезды, бескрайние просторы моря. Поиск нового, неизвестного, жажда узнать мир, воплотить в жизнь свои детские мечты и заниматься любимым делом. Автор рассказывает о себе, о своих мечтах, о своем взгляде на мир, рассказывает, почему он сбежал. Прекрасная книга читается буквально на одном дыхании. И больше всего поражает то, что у героя есть цель, и он идет к ней, не останавливаясь ни перед какими трудностями. «Шлюпка» Шарлотта Роган. Роман «Шлюпка» стал первым опубликованным произведением, который мгновенно принес автору читательский успех и удостоился хвалебных отзывов критики. Роман вошел в число 10 самых продаваемых книг художественной литературы в 2012 году в России. В центре сюжета история о том, как несколько десятков человек оказались на одной лодке после кораблекрушения и о событиях после их спасения. Главная героиня книги предстает перед судом, где ее обвиняют в убийстве капитана этой лодки ради собственного выживания. История основана на реальном судебном прецеденте XIX века, в котором спасенные жертвы кораблекрушения были позднее осуждены на смертную казнь за умышленное убийство других выживших после катастрофы. Контики Тур Хейердал. Экспедиция норвежца Тура Хейердала, предпринятая в 1947 году, до сих пор остается примером смелого научного дерзания и отчаянного путешествия. Тур Хейердал – один из самых знаменитых и ярких путешественников нашего времени. Организатор множества экспедиций и исследовательских проектов, известен также как талантливый писатель. Писал автор, конечно, о своих путешествиях. И если судить по Контики, автору прекрасно удавалось в своих книгах поделиться впечатлениями и эмоциями от новых странствий со своими читателями. Так что за зверь такой этот Контики? А это плод. Плод из 9 бревен, некого бальсового дерева, связанных между собой веревками из банановых листьев. И что казалось бы феноменального, а то, что на этом самом плоту команда путешественников преодолела путь более 4000 морских миль. Книгу стоит читать из-за неповторимого очарования, морских пейзажей, красочного водного и подводного мира и этой необыкновенной гармонии человека с природой. Такие книги могут вызывать только восхищение и желание читать.